утра у меня такой утрешний кипиш на голове, потому что я вчера помыла голову и не сушила ее феном. Вот сейчас буду завтракать, всех провела прям до калитки. Знаете, когда холодно, то я им просто с двери машу пока-пока всем, и все. А тут выглянуло солнышко. Вот такое вот обалденное солнышко. Сейчас уже сделала себе кофе с молоком и окрошка, которую еще с 9 мая родня мне привозила. Буду кушать окрошку, кофе и тостики. Сейчас с маслом делаю. Вот достала уже масло сливочное. Тостер тут жарит. Я люблю прям посильнее поджаристое. Поэтому у меня... Ага, сейчас это стоит на четверке, но вообще я на шестерочку всегда ставлю. Вот чтобы был такой хрустящий хлебушек. Вот так вот. Привет, сына! Привет! Помаши всем привет! Ну скажи, тут крутимся, да? Вот так крутимся сильно! Скажи, ты уже на улицу ходил? До обеда. До обеда, да. Мам, обеда, обеда. Дедушка приехал? Деда обеда. И бабушка приехала? Да. Суп уже, да, мы поставили варить бульончик. Сейчас будем второе готовить, да? Еще чуть-чуть постучи. Еще стучи, надо долго смотреть. Вот этот давай. Мы тут достали мяско, я даже не знала, что это. Оказалось, антрикотик. Так что решили сейчас просто пожарить стейки. И здесь стучи, да. Сварим еще супчик, да, сынок? Да. Афоня любит суп, он заказал суп. Теперь мама будет стучать? Да. Так, мы здесь с Афанасием отбили немножечко антрикотики, посолили, поперчили. И а теперь они немножко полежат, да, мы пока почистим морковку, лук и картошечку для супа. Ага, пал. Ты поспал? Да. Ага, пал. На кровати? Да. А папа уехал на работу. Папа уехал на работу, да. А Гриша куда? Мама школам. В школе. А Антоша? Тоже лагом. В садике? Да. Тебе тоже скоро в садик? А мама школам. А ты пойдешь в садик? Да. И тебе хочется? А мама обала меня. Мама тебя потом заберет, да? Да. Мы уже положили жариться на сковороде гриль наши антрикотики. Я их немножечко, кстати, с той стороны, которую ложила, просто щепотку сахара для румяной корочки. Да, здесь бульончик для супчика варится. А мы сейчас еще на гарнир к нашему мяску будем готовить полбу, да? Полба. Полба, каша называется, полба. Полба, да. Да, сейчас я буду тебе набирать стаканчик кашку, а ты ее сюда высыпешь. Нам нужно 2 стаканчика, хорошо? Да. Так, подливочка у нас готова. Здесь я развела вот такую вот домашнюю мясную подливу. То есть морковка и лук, вот это подлива. Все это потушилось, это подлива. Здесь у нас стейки наши приготовились. Тихо, не кричи. Сейчас я все расскажу. Здесь картошечка. Я процедила бульон. Здесь варится картошка для супа. А на это блюдо мы сейчас будем выкладывать половину петрушки и чеснока. Сейчас я все это перемешаю. Ага. Ты будешь потом заворачивать все фольгой, да? Ага. В общем, половину петрушки и чеснока я выкладываю на большое блюдо. Выкладываю туда мясо. И потом сюда еще кладу. И накрываем все. И потом вторую половину посыпаю вот этой же чесноком и петрушкой мясо. И... Морковка я уже вот все порезала, это для супчика. Мне! Так, в общем, вот это все теперь сюда выкладываем мясо. Морковка. Ну вот, возьми чуть-чуть морковочки. Ну чуть-чуть, ну куда ты столько много? Чуть-чуть возьми, потом еще возьмешь. Все, мы накрыли. Здесь у нас мяско с этой зеленью, да? Такое вот красивое. Все у нас накрыто. И все теперь здесь будет... доходи. Так, а здесь у нас полба. Уже запищала. Нужно еще раз. Мы ее варили 25 минут. Сейчас еще раз на 25 минут. Давай я на это, ты сейчас нажмешь. Подожди.
Подожди, еще не нажимай. Вот, теперь нажимай. Нажимай. Не сюда, Зоя, ну не сюда. Ну что такое, кропогадство еще в самом конце находится. Вот сюда нажимай. Вот, все. Еще 25 минут, и полба будет готова, да? Супчик получился из чечевицы. Я решила его приготовить, так что вот такой вот он. С мяском. Все, сейчас идем на улицу с Афонькой. Обед тут и ужин наварганили. Что ты там делаешь, сынок? А ты там стреляешь? А ты слышишь, что там трактор, да? Да, там через речку трактор, да? На другом берегу, да? На поле там что-то делает, да? Ты там с пистолетиком. Марсик тут отдыхает, солнышко наконец-то вышло. Но все равно тучки бегают, и без курток пока еще не походишь. Вета к нам приехала в гости. И Гриша уже со школы пришел. Камни засовываешь. Все, будем сейчас обедать, да, сына? Мам, ахну, помогу. Ты помогала маме, да? Так, ну что, все покушали? Я, если честно, думала, что сделаю чай, даже заварила, потому что у нас пакетики закончились, и заварила, посмотрите, какой обалденный чай. Крупные листочки, хотя они были как-то скручены. Вот, был золотые спирали, называется чай. Мама, вот этот, да, я? Да, черный это чай. Вот это, по-моему, нам кто-то дарил. Да, это Сержуня на работе, по-моему, подарили. Вот, мы еще его ни разу не пробовали. Так что будем пробовать. Тут даже кружечки приготовила, но никто не хочет чай. Все мы решили, в общем, на десерт коктейль. Шоколад сюда добавила, который от шоколадного фонтана. Мороженое, молока, немножечко сахара, потому что, мне кажется, будет не сладкий. И сейчас все разолью по стаканчикам, будем пить. Вот и бычок, которого ловили. Теперь папуля... Все ловили, а нанизывает один папа. А есть будет тоже один папа. Да ладно. А есть будут все, да? Вы свидетели. Я посмотрю. Пойдем спать. Пошли, чуть-чуть поспим. Давай, поспи. Пошли с мамой. Фонька уже проснулся, да? Ты не хочешь? Давай я отнесу. Я тут продолжаю косить траву косилкой. Вот уже газон покосила. Тут уже целая тачка травы получилась. Вот он газончик. Все, получается, поливалки. Вот эти вот хорошо, они прям там пониже, а вот эту вот нужно одну обкашивать. Она, мне кажется, высокая, я как-то боюсь под нее загонять косилку. Поэтому я ее обкосила. Такой вот газончик. Туалет там? Не туалет, Рекс. Рекс, да, лежит, вот спит, да? Накакал, да, папа будет ему него подметать, да? Гриш, играйте нормально. Да что, нельзя двигаться, какой? Только вход. Гриша не делится. Слеза через этот проход. Слеза. Нет, я тут горой. Тихо, сейчас поломайте горку, дети. Да он не может влезть. Гриш, ты можешь нормально играть? Я играю. Слабенькая ты, слабенькая. Нет. Гриш, давай соревнования. Не, ну соревнования у нас будут, смотри. Идем от ворот. От ворот бежим сюда. Залезаем на горку. Давай вот так вот. Это, спускаемся. Бежим вокруг дома. И он там пойдет. Пошли до ворот. Афонь, ты пойдешь на соревнования? Или нет? Папа, где я? Папа на работе. Папа работает. Это
там косила траву, дети тут делали фруктовый салат, да? Аппетитно. Вот так надо в глубокенькую сунуть. Ну и все фрукты здесь тоже. И вот же бананчики. Не, я хочу вот так. Какую ведь сгущенку открывать? Обычную или вареную? Белую. Белую? Давай. Ну как она, Гриш? Вкусно? Ну, Вете немножко откладывай, потому что Вета не успеет поесть у нас. Ну, давай, мы сейчас попробуем. Гриша, вот отсюда еще собери все игрушки. Ну. Хорошо, и вот еще все бананчики. Вау, аппетитная такая. Так, я Антошика забрала, поехала. Сейчас будем ужинать мяско. Пуля уже на обед попробовал с Афанасием кусочек. А, колбочку нашу и подливу. Один я на календарях хожу, все. Меняешь даты? Так, мы покушали, сейчас пойдем на улицу опять, да, сынок? Да, а мама? И мама сейчас пойдет. Я тут сейчас чуть-чуть порвала траву в палисаднике, потому что здесь, конечно, пипец, дорожка очень заросла, нужно косить. Ирисы в этом году будет много цвести. И бедненькие великомученики Башки Галины, что она мне давала. Гладиолусы Рекс тут, конечно, носится. Не знаю, надо будет что-то думать, как-то его загораживать, палисадник. Так что тут все видно, что затоптано Рексом очень сильно. Так, мы сейчас вывешиваем Лучочки. Бычков. Супер способом, да? Да. Русских не победить. Да, лень доставать лестницу. Да, за лестницей падала лестница. Мы лучше замучаем друг друга. Два раза разведемся, четыре раза поэтому, но мы все равно свою добьем. А снимать же ее надо будет. Снимать ее легче, чем. Да? Вешать? А кто ее будет ловить? Блин. Вот же зараза. Надо ж как не. Не хочет? Врагу не сдается наш гордый варяг. Так, а дети все тут в песке продолжают. Ребят, ну давайте недолго. Мне кажется, уже холодно, как ты думаешь? Мне сейчас осталось почитать. Угу. И все. И давай, завтра же техника чтения, надо побольше сегодня почитать. Не, я сегодня попробую рассказ прочитать быстро. Ну, ты должен не один, а что? Я думаю, завтра, может быть, я еще и не будет, потому что, скорее всего, сказали, завтра не будет, потому что... Мама... Так, ты сказал, что завтра точно будет мне. Нет, так ну, что скорее не всего, обманывай. Либо точно будет, либо точно ну, не Ну, читать будет. Все равно надо. Ну, да. Что тут у тебя за зоопарк? Зоопарк, нет, не зоопарк, это драконы, я так считаю. Да? Вместо зверей представьте, что это драконы. Ему как ручки надо сгибать. Популяшка. Правильно. Нет, ты напротив него стань. Вот так. Во, остановись. Смотри. Вот смотри. Осторожно об стол. Ручки, вот видишь, сгибай. И ты давай, а ну как ты? Газ. Нет, ручки. Вот, да, сгибай. Отжимайся. Вот отжимай. Молодец, дай так. Делай так. Молодец, мужик. А Фоля, сделай так. А ну еще как-то отжиматься. А ну. И раз, два. Не, три, четыре. All the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am.